Симбирская чувашская школа, открытая Иваном Яковлевичем Яковлевым, была хранительницей и колыбелью самобытной чувашской культуры. 28 октября ей исполнится 155 лет. Мы уже рассказывали про выставку «На благо родного народа» в Чувашском художественном музее. Но и в настоящей экспозиции исследователи обнаружили возможный портрет патриарха. Сходство искала и собирала версии моя коллега Анна Филиппова. Иван Яковлев, еще будучи гимназистом, в 1868 году организовал частную школу для подготовки сельских учителей. Обучение женщин и мужчин велось отдельно, но, конечно, нередко среди воспитанников складывались семейные пары. В постоянной экспозиции Чувашского художественного музея есть картина Ивана Дмитриева «Чувашская свадьба». Написана она в 1964 году. У специалистов музея недавно родилась теория, что среди изображенных на холсте есть и портреты Ивана Яковлева и его жены. Версия такова. Значит, была традиция питомцев Ивана Яковлевича Яковлева. Они всегда после женитьбы или после, так сказать, как выходили замуж, приходили к Ивану Яковлевичу Яковлеву, муж с женой, о том, что вот они там посватались, женились и так далее. И в воспоминаниях Ивана Васильевича Дмитриева, родители которого учились у Ивана Яковлевича Яковлева, вот мне подсказала идею, что здесь не просто чувашская свадьба, а как бы это Иван Яковлевич Яковлев со своей супругой как бы благословили эту свадьбу своих питомцев на новую жизнь. Версия рабочая, но определенное сходство с классическими портретами Ивана Яковлевича, согласитесь, есть. У зрителей тоже всегда есть вопросы к холсту, размер которого в длину 4 метра 35 сантиметров, а в высоту 2 метра. Почему часть картины спрятана за полупрозрачными профилактическими заклейками? Мы выяснили, что длина этой картины равна стене в мастерской художника. Сотрудники сняли полотно буквально с трех гвоздей после смерти Ивана Дмитриева и поместили в специально сделанный подрамник. Картина состоит из трех частей, и художник ее самостоятельно сшил, но это спровоцировало разрушение красочного слоя, которое и сдерживают заклейки. Какие еще тайны скрывает полотно и подтвердится ли версия о портрете патриарха, покажет время. Анна Филиппова, Святослав Петров, Вести Чувашия.